С завтрашнего дня начинается регистрация на централизованное тестирование по всей республике. Около 40 пунктов регистрации проведения ЦТ ждут будущих студентов. К ним относится и Мозырский государственный педагогический университет имени Ивана Шамякина. Регистрация на участие в централизованном тестировании и выдача пропусков пройдет по адресу Студенческая, 28, в аудитории номер 132, с 9 утра до 7 вечера в будни, в субботу с 9 утра до 6 вечера, воскресные дни, выходной. Регистрация на ЦТ продлится до 22 апреля.